18 и 19 января в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник» за награды первенства Сибирского федерального округа боролись юноши и девушки 15 и 16 лет и юниоры 17 и 18 лет. В престижных соревнованиях приняли участие 374 атлета из 10 регионов Сибири. У меня мечта поехать на Олимпийские игры. Вот. Ну, во-первых, спорт это всегда будет актуально, но это, не знаю, классно. Организаторами соревнований выступили Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Омская областная федерация легкой атлетики. 17-летняя Екатерина Овчинникова из Кемерово, кандидат в мастера спорта, в легкой атлетике с самого детства. Ее дисциплина – многоборье. Многоборье – это интересно и много видов делаешь, то есть не зацикливаешься на одном чем-то, а все прыжки, все толкания, метания, бега. Но это, конечно же, опыт, потому что все-таки дома, когда стартуешь, это не так тебя натаскивает, сколько соревнований на выезде. Тренеры утверждают, что именно в этом возрасте за атлетами наблюдать особенно интересно. Спортсмены растут, прогрессируют, учатся справляться с эмоциями, и результаты могут быть самыми непредсказуемыми. По разминочному полю идешь, смотришь, кто-то волнуется, что шнурки не может завязать, вот, у кого-то губы аж трясутся от волнения, то есть у них такие чистые, настоящие эмоции. Лучше всего с эмоциями справились спортсмены Кемеровской области, Красноярского края. На счету Омичей 3 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград первенства Сибирского федерального округа.